Привет всем! Вот сегодня у меня на повестке дня Замя Кулька с Зензи. Ему 4-й месяц уже идет. Не 4, ему 3 месяца и идет 4-й. И я хочу посмотреть, какие там клубни. Вот. Буду делать. Артем тут помогает. Ребенок мой. Сейчас я его раскопаю и покажу, какие клубни. Одной рукой делать это неудобно. Так, ну и вот что мы имеем. Некоторые маленькие клубешки совсем такие вот. Ну вот, видно ростик. Вот, беленький. Ростик. Тоже маленький. Ростик есть. Тут просто клубешок, не вижу я ростика. Не вижу. Ничего не показываю. Так, тоже такой. Вот. А некоторые такие есть. Некоторые прям вообще хорошенькие. Клубни. Вот эти вот вообще здоровские. Вон какой клубень огромный. Вон какой. Огромный клубень. Вот. Такие. И хочу вот 3 больших клубня посадить их в личузу. А эти посажу в кашпо, обратно в землю. Вот, пускай дальше растут. Такие вот. Такие вот результаты. За 3 месяца. Некоторые хорошо подросли, а некоторые не очень. Хотя вот лист большой, но не сказать, что сильно большой клубень. Тут лист большой, а клубень не очень-то большой. Маленький. Да? По сравнению с этим. Вот. Неоднозначные результаты. Непонятно, кому что хватило, сидели все в одной плошке. Вот. Такое вот видео. Тут черенки сушатся. Я их нарезала, и просто они просыхают. Всегда так делаю, чтобы не было загнивания. Это у меня от лампы. Лампа стоит, рядом ожог получился. Вот такие дела. Все, спасибо за просмотр. Пока. А нет, сейчас же покажу, как я посажу все это. Так, ну и вот что у меня получилось. Этих я посадила в грунт. Это обычный грунт, какой попадется под руку. Но более питательный такой. Это для ароидных. И то, что было в горшке, я смешала. То, что раньше было, и со свежим грунтом смешала. В личузу посадила. Вот. Сейчас они пойдут обратно под лампу, где они стояли. И вот эти вот сингониум и верхушечный черенок монстеры я поставила в воду. А остальные монстеры и еще тут неончик мой я поставила в перлит. Вот я так вот получилось в перлите. Мне нравится в перлите укоренять. Не знаю, почему некоторые не укореняют в перлите. По-моему, самый удачный способ укоренения. Вот. Такой вот результат. Спасибо всем за просмотр. Теперь пока. Не знаю, может быть, сегодня еще что-нибудь буду пересаживать. Сниму отдельное видео.